Всем привет, ребята! Сегодня я показываю вам фокус, которым можно удивлять одноклассников, друзей и еще кого-нибудь. Давай. Так. Спасибо. Берем нитку, лучше для вязания. Она крепкая и руки не режет. Берем и одеваем ее на руку. Потом просовываем между двумя пальцами, то есть между вот этим пальцем и между вот этим, вот так. Потом обворачиваем вокруг большого пальца и надеваем на мизинец. Потом берем и переворачиваем и одеваем на указательный палец. Снимаем нитки обе с большого пальца и просовываем между безымянным и средним. И вот берем вот эту нитку, вытягиваем, и все получается. Научитесь это делать быстро, и будет это выглядеть примерно вот так. Хоп, готово.